Сегодня в Московской области ежегодно ремонтируется более 400 тысяч ям. Министерством дорожной и транспортной инфраструктуры Московской области совместно с администрацией городского округа Красногорск был опробован на дорогах Красногорска ямочный ремонт методом термопрофилирования. В настоящее время из-за погодных условий дорожники приступают к ямочному ремонту не ранее середины апреля, вследствие чего автомобилисты вынуждены мириться с ямами на дорогах с ноября по апрель, что помимо неудовлетворенности жителей приводит к еще большему разрушению дорожного покрытия. Метод термопрофилирования позволяет осуществлять ямочный ремонт круглогодично при существенном повышении качества выполняемых работ. При помощи установки для инфракрасного нагрева ремонтируемые участки и примыкающие к ним площади подвергаются одновременному температурному воздействию, что обеспечивает возникновение термальной связи в дорожном покрытии и, как следствие, существующий асфальт регенерирует. При необходимости и в зависимости от характера разрушения добавляется необходимое количество новой асфальтобетонной смеси. Фактически, данная технология позволяет восстановить дорожное покрытие до его первоначального состояния. Хранится и регенерирует асфальт при помощи термобоксов, где поддерживается постоянная температура. Заранее заготовленный материал, твердый асфальт, холодная асфальтобетонная смесь и кусковой асфальт превращаются в горячую смесь. Благодаря термобоксам можно использовать горячую асфальтобетонную смесь круглогодично, вне зависимости от графиков работы асфальтобетонных заводов. При ямочном ремонте методом термопрофилирования время ремонта одной ямы составляет не более 15 минут, что в 3 раза быстрее традиционного метода. При традиционном методе в работе используется шванорезчик, отбойный молоток с компрессором, машины для вывоза скола, погрузчик, машины для доставки асфальтобетонной смеси, виброплита и ремонтная бригада минимум из 5 человек. При ремонте методом термопрофилирования задействован всего один автомобиль типа «Газель» с установленным комплексом оборудования для производства полного цикла работ и 2 человека. Современные технологии позволили небольшому автомобилю полноценно заменить целый парк специализированной техники. Кроме того, можно выполнять иные дорожные работы, не ограничиваясь только ямочным ремонтом. К примеру, метод позволяет с легкостью восстановить дорожную разметку в холодное время года или разморозить участок грунта для установки дорожного знака или иного элемента дорожной инфраструктуры. Таким образом, с учетом существенного снижения материальных и человеческих ресурсов, стоимость ямочного ремонта методом термопрофилирования ниже на 30%. По результатам успешной реализации пилотного проекта мы предлагаем масштабировать данный метод на всю Московскую область.